Всем привет, мои дорогие! С вами Ирина Баханова на канале Мастер своего дела. Сегодня готовим очень вкусные маринованные огурцы. Рецепт просто бомба. Такие огурчики у меня разлетаются на ура. Ну что, давайте начинать? Огурцы таким способом я готовлю уже несколько лет, и мне очень не нравится. Получаются хрустящие, просто бесподобные огурчики. Для приготовления потребуются огурцы. Подробные пропорции вы сможете найти в инфобоксе. Соль, сахар, душистый перец горошком, черный перец горошком. Также здесь у меня зонтики укропа, лавровые листики, зубчики чеснока по одному в каждую баночку и один небольшой перец, болгарский перец. Также потребуется 70% уксусная кислота. Все очень просто, готовится легко и результат вас порадует. Огурчики нужно заранее хорошенечко вымочить, примерно на час, на полтора оставить огурцы в воде. И затем уже можно наполнять стерильные баночки, крышки обязательно кипятим. Банки стерилизуем любым удобным способом, кому как нравится. Берем зонтики укропа, лавровые листики и заливаем кипятком. Оставляем на пару минут. Затем воду сливаем, она нам не потребуется. Таким образом мы раскрываем аромат укропа и лавровых листиков. И теперь можно наполнять стерильную баночку. На дно банки я отправляю лавровые листики, пару штук, укроп, болгарский перец, несколько колечек по желанию. И, конечно же, укладываю огурцы. Отправляю сюда зубчик чеснока и заливаю кипятком. Только что вскипевшей водой заливаем. Прикрываем крышкой и оставляем минут на 10. Теперь эту воду из баночки сливаем в раковину и снова заливаем кипятком еще раз. Вот эта вода, которая сейчас в банке, она нам не потребуется, мы ее использовать не будем. Мы заново кипятим новую воду. Баночка уже остыла, руки терпят, поэтому можно сливать. Вновь подготовленная вода уже закипела. Заливаем снова огурцы. И еще на 10 минут прикрываю крышкой. Тем временем приготовлю сейчас маринад. Готовим маринад. Берем кастрюльку, вливаем сюда воду на литр воды. Нам нужно добавить 1 столовую ложку с горкой соли и 2 столовые ложки сахара. Здесь уже можно без горки сахар. Не бойтесь, не будет сладко, будет очень-очень вкусно. Маринад отличный. Теперь сюда я добавляю горошину душистого перца. Вот так вот, горсть можно еще немножечко. Горошины черного перца. Также на глаз. Ставлю кастрюльку на плиту, довожу до кипения и даю пару минут покипеть. Уже начинает закипать маринад. Поэтому сейчас я сливаю воду из баночек, сливаю в раковину вторую воду, она нам не потребуется. Сливаем. И теперь подготовленным маринадом заливаем огурцы и добавляем в баночку уксус. Только что вскипевший маринад заливаем. Добавляем в баночку уксус, уксусную кислоту, 70%, пол чайной ложечки.
и закатываем крышки. Переворачиваем баночки и упутываем. Эти огурцы очень любят у меня в семье. Надеюсь, что и вам понравится такой рецепт. Огурцы получаются хрустящими, очень вкусными. Похрустеть такими огурчиками одно удовольствие. Вот такие замечательные огурцы у меня получились. Они просто потрясающие. Пробуйте, готовьте. Я надеюсь, что вам и вашим близким понравится такой рецепт. Ну а у меня на сегодня все. Я заканчиваю видео. Внизу в инфобоксе я оставляю две ссылки на мои каналы. Это канал о моей жизни Ирина Буханова и канал с простыми вкусными рецептами «Готовим дома». Переходите, подписывайтесь, я уже жду вас. Всем пока-пока, мои дорогие. Приятного аппетита. Готовьте с удовольствием.